Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дюсан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, ребята, я уже немного тут достроил. Вот эту плавильню, конечно, не до конца, конечно, не полностью. Ну вот, уже более-менее тут у нас уже есть и проход дальше. То есть у нас был вроде проход вот до сюда. Уже сделал я вот так подальше. Уже сделал крышу более-менее. Тут, я не знаю, сделал такой вход, то есть озерко такое небольшое, да? Тут так лава, в принципе, плавильня, да, там лава, допустим. И вот тут тоже такое озерко, но почему-то я решил с него тут сделать вот дерево такое акации. Не знаю почему, просто посмотрел, так кто там летает. Просто так решил и захотелось мне сделать, сделал. Кстати, уже Чермиллион эволюционировал в Чаризарда, но как бы пока я тут строил, да, покемоны нападали. И вот я отбивался и потихоньку пару уровней я через аду вот так и прокачал. Вот он почти что уже 37 уровень. Вот такие на меня нападали. 49 уровень, 50 уровень. И вот так по чуть-чуть я ему и пару уровней да и прокачал. Так, ну отлично, вот у нас такая плавильня, да. Тут бы еще свет, конечно, нужно бы было сделать. И окна, как я уже говорил. Ну, тут у нас априконы, да, тут у нас еда. Как раз у нас почти что еды нету, давайте возьмем. Так, сюда что можно поставить? Вот это, да, и все, в принципе, больше нифига нету. И вот тут я тоже уже начал строить для ресурсов и для... Для чего еще там? Априконы, еда, ресурсы и блоки, вот точно. Сейчас, ребята, чтобы уже закончить плавину, чтобы уже просто закончить и не париться по этому поводу, чтобы можно было начинать магазин строить. Я так думаю, давайте пойдем за... Сделаем окна, после того пойдем в ад, наберем себе камня, кварца того же и глоусона, чтобы хватило делать, ну... Раркенди, вот. Так, сейчас давайте найдем пустыню, вот где-то тут. 1550 минус 750. 1550, 75 минус 750. Нет, опять неправильно написал. Ай! Пою. Опять неправильно написал. Но зато... зато тут у нас есть два покемона. Босса. Ну, к одному побежим. Вот так ты пекнулись не туда, вернулись и нашли покемона босса. Сейчас, что-то я походу неправильно написал. Ну ладно, сейчас мы этого убьем. Спиру, да? Вот так. Отлично. Отлично. Так, чтобы выкинуть, чтобы больше. Больше нам. Да ты ж. Вот так, отлично. Куда я там ТП? Не туда я что-то ТП-хнулся. 1500. Ну, допустим, 1600 минус. Минус 800, допустим. А я сколько написал? А я плюс написал. Минус 750. Ну, ладно. Покушаем. Я... Да нет, мы тут уже 100% были. И даже смотреть них. Ну, в принципе. Ну да, 100%. Если там уже вот это есть, значит мы там 100% были. Так, ребята... Ну, конечно, не очень быстро вот это добывает песок. Я думал, вообще будет и вот так быстренько мы это все сделаем. А сколько у нас вообще зачаренное? На 2? Я не знаю, нормально ли она на 2 копает. Да я, в принципе, не знаю, сколько нам нужно. То есть, нужно ли нам вообще много этого песка? Если честно, ребята, я даже и не знаю. Ну, я думаю, где-то стака 2, так, в принципе, нормально. Так хватит, что даже 2-3 стака. Что, в принципе, уже больше и не возвращаться за песком, чтобы уже, в принципе, было нормально его. Да я не думаю, что это сейчас много времени займет. Даже, в принципе, это песок, да. Он быстро вот это и копается, и быстро его добывать. Так, сколько там уже? Я где-то лаву слышу. Прямо вот тут где-то. Прямо где-то вот она. Ну ладно, не будем мы туда рыться. Зачем?
Так, ну, в принципе, все, ребят. Я так думаю, уже можно... Уже можно потихоньку идти. В принципе, 2-3 стака сейчас... Ну, как бы, третий стак давайте уже тоже докопаем, если уже взялись копать его. Так. Отлично. И, в принципе, нормально. И все у нас будет нормально так. Песка и 3 стака... Три стака стекла нам, конечно же, хватит. Да там, в принципе, даже не то, что очень много стекол нужно. А твою ж мать, да мы же еще и стекла поставили там пережариваться. То есть у нас дома там даже те же стекла стоят и жарятся. Так, это у нас тут кто? Диглет? Нет. Ну, давайте как раз сейчас посмотрим. Там, в принципе, у нас и так уже должно хватать. Сейчас. Да, в принципе, уже должно хватать. Ну как, там 20... приблизительно сколько тут, давайте пол еще поставим. Так, и как это у нас там делается? Вот так и вот так, да? 16 оранжевых, я говорил розовых, я не помню. Мне сейчас кажется, что я раньше говорил, нам нужны не оранжевые стекла, а розовые. И мне кажется. Ну ладно, пофиг. В принципе, сделали мы оранжевое, да и все. Так, покушать опять. Так. В принципе, и смотрится. С этим камнем как раз вот так офигенно смотрится. То есть нам еще нужно. Поскольку тут идет 4. 4, 8. Как раз столько же, как и тут. То есть. Нам вообще было пофиг. То есть нам нужно было, ну сколько там, полстака вот этих, полстака песка, в принципе, нам бы вообще хватило. Так, оранжевые цветочки нам бы найти. Еще один и все, и больше нам не нужно. Где бы тебя еще найти? Так, вот так. Конечно, нифига себе лагает этот мод немного. Ну ладно, ну то, что я действительно что-то... О, вроде... Нет, это Редикейт. Просто как раз там башка так торчала, что-то мне показалось. Оранжевые. Так, ну... Один цветочек. Ну что, вы прикалываетесь, что ли? Дайте мне один цветок. В принципе, больше не нужно. Нам только 4 нужно было. Мы уже 2 использовали. Один еще нашли. Нам еще один остался. Вот тут вроде есть цветы. Сейчас поищем. Ну, как бы в желтых, красных, как всегда, дофига, да? Тех же белых уже в новых в новой версии тоже дофига. Вот там еще один вроде. Белый. Оранжевых что-то я вообще не вижу. То, что говорю, сейчас один мы нашли, да и все, больше я не вижу. Вот белых просто нереально куча. Можно было... Вот тут, походу... Да, вот, наконец-то. Тут их... Вот сейчас тут их вообще куча. Так, морковка кончается. ТП-хаемся. Сколько там стекол? 11, нам нужно 16, да? Вроде да. Так что давайте-ка мы... Да, в принципе, тут уже хватает, так что больше нам и не нужно. Давайте же сразу сделаем. Один. Два. А, ты ж... Где цветочек? Вот. Еще раз. И вот так. Ну что, сейчас мы вот это поставим... Вот это сюда, это тоже сюда, это тоже сюда, это тоже сюда. Это тоже, это забираем. Это тоже забираем. Отлично. Это ставим сюда, чтобы нам не мешало. И, в принципе, отлично. Опять нету дерева, опять нужно идти за деревом, так как, в принципе, для тех сундуков, сколько там создается вот этого всего, нужно много дерева, в принципе. Это, в принципе, тоже.
Поэтому, ребята, нужно будет еще за деревом пойти, хотя бы себе пару стаков добыть, чтобы хватило, чтобы уже полностью сделать все вот эти... Ну... Печки, да? Чтобы больше уже не возвращаться к плавильне. Ну, как бы нам еще в ад нужно, да, пойти для украшения, там, камни взять. Ну, я просто хочу такие светильники сделать. В принципе, тут не темно, так... Ну ладно, потом мы это разберемся. Ну вот, хотя бы уже стекла сделали, и уже отлично. Вот, плавильня наша. Так. Сейчас, ребята, идем. Так, сейчас, нет, секундочку. Вот я же вот эти светильники... Ух, ни хрена себе. Я вот эти светильники сделал. А не знаю, куда их поставить. Тут как-то не очень. Да хоря ты уже... Так. Куда бы их поставить, чтобы они, в принципе, отлично так смотрелись? Вот, ну, в принципе, нормально. Пускай будет. Еще бы... Да, ну, хотя... Так, сейчас. Как-то... Я не знаю. Нет, так нет. Вот. Не знаю, ребята, как-то украсить вот это. Какой-то вход такой сделать. Пускай будет вот так, отлично. В принципе, так, более-менее. Так, это еще кто на меня напал, Глум. Отлично, так, пару уровней. Уровень хотя бы. Эконс, вот, Эконса тоже можно убить. Фух, 33 уровень уже, ребята. Как раз давайте сейчас мы зачарим. Хотя... Как зачарим? Ну, в принципе, да, можно еще зачарить, но сначала отремонтировать тут же кирку, а потом уже можно чарить. Так, отлично. 81 уровень, ни хрена себе. Хотя это уже Чаризард, ребят, это уже 37 уровень, это уже Чаризард, когда он Чаризард, это пофиг, какой там уровень, он уже всех убивает. Так, ни хрена себе. Ну, если вот так посмотреть, тут, ребята, 1, 2, 3, 4, 5 алмазов только мы выбили с этого покемона, если не считать покебол, потому что покебол мы, в принципе, не продавали. Ну, если с покеболом, то вообще больше, то есть... Нужно уже создавать, ребята, магазин, я уже говорил, но действительно нужно, потому что у нас уже куча вот этих вещей, которые мы просто-напросто можем продать и за это получить, в принципе, нормально так алмазов. Из алмаза себе нормально так Rare Candy купить. То, что яблочки нам нужны, точно. То есть золото мы уже себе можем нормально купить. Глоустон, ну, слетаем мы в ад, чтобы себе глоустона добыть, чтобы, в принципе, уже хватало, да и все, больше нам и не нужно было. Яблочки, то, что яблочек, в принципе, много-то и нету, 16 Rare Candy. Это нужно или опять снорлокса в кучу искать, или идти себе, в принципе, деревья рубить, или деревья рубить и снорлокса искать. Так, что я хотел? Так, хлам, давайте хлам мы как-то вот сюда мы поскладываем. То, что, в принципе, сейчас нам не нужно будет. Еда у нас тут есть, все пережарено. Что бы еще взять? Что-то я хотел. Вот, зачарить, точно. Зачарить. Это отремонтировать. И зачарить. Ах ты ж, зараза. Ну, давайте. Потом дочарим. Отлично. Так, сейчас что-то я еще хотел. Сначала поспать, ребята, а то ночью не хочется. Поспать, и после этого, ребята, мы пойдем за... Рубить деревья, точно, ребята. Нам нужно деревья для того, чтобы закончить уже плавильню, да, то есть сундуки там уже везде поставить, где нужно. И плюс к тому...
И плюс к тому, ребята, нужно яблочки, то есть могут яблоки выпасть. Поэтому. Так, это у нас тут. Это у нас тут кто? О! Давайте. В принципе, ребята, и так у нас уже покемоны почти что все около 30 уровня. То есть Чаризард уже почти что 40-й, это уже нормально. Зараза, пропал. А все остальные уже так почти что близко к 30 уровню. Это уже, в принципе, и так отлично. Это Круэль у нас там. Какой 40-40? Ну пропадает и вот это. Вот этот текст. Не вижу. 41-й, вот. 41-й уровень, нормально. Нормально. Как раз 19 раркенди ему дать, да и все. Так, а у нас еще 2 раркенди тут есть. Так, ребят, сейчас я говорю, просто немного деревья себе нарубаем, хотя бы тот же стак, чтобы... Ну, чтобы было уже, чтобы хотя бы было, и чтобы уже хватило на все вот эти сундуки, да? Вдруг еще и яблочко выбьем. Это вообще отлично будет. Хотя бы парочку. Так, ну что, там у нас сзади покемон заспавнился. Сейчас посмотрим. Ладно, еще так. Посмотрим, кто это там. Так. Так. Сейчас мы это все собираем, что мы тут не собрали. И кто это у нас там? Гулдин. Отлично. Вот я тебя уже вижу. Вижу. Иди-ка ты сюда. Отлично. Сейчас мы его быстренько. Тем же Чаризардом. Отлично. Так. Сколько там у нас? Полстака. Полстака дерева. Ну, чтобы просто... Не показалось, или я паука где-то слышал? Фиг его знает. Или может показалось? Так. Фу, говорю, чтобы, в принципе, и не затягивать хотя бы тот же... Да, в принципе, 2 стака, я думаю, хватит, чтобы... Кучу сейчас не добывать вот этого дерева. Полстака и, два стака, и, в принципе, уже нормально будет. Как раз этот топор уже сейчас сломается. Вот что-то... Что-то вообще яблоки не падают. То бывает, два деревья срубишь, тебе два яблока. А вот тут столько уже срубил, нифига не выпало. Так, там еще у нас один босс. Сейчас мы его, в принципе, тоже убьем, если он, конечно, не под землей, потому что не хочу рыться под землю. Так, у нас уже вроде и железа в инвентаре-то нету. Ну, хотя вроде дома еще есть. Да, в принципе, дома там куча еще есть. Так, это кто? Нет, тогда туда мы идти, ребята, не будем. Дома еще есть там вроде. В принципе, в шахте мы побывали и нормально так... Нормально так дерево мы добыли. Какого дерева? Угля. И железо. Чё-то я вообще хочу сказать одно, говорю вообще о втором. Да, в принципе, просто сейчас дерево рублю, да, и как раз так говорю, дерево. Так, это. Так, отлично. Ну чё ты там? Ломаешься уже топор. О, яблочко, я даже не заметил. Вот сколько мы деревьев срубили, а выпало только одно яблочко. Мне кажется, уже проще идти, да, охотиться на снорлаксов. И, конечно, там не куча, но все же, когда есть, то, в принципе, когда у них такой сезон спавна, да, что бывает, что ты один там заспавнился, ты к одному подлетаешь, а там за тобой еще 5 заспавнилось. Это, в принципе, нормально. И бывает, что с одного... Один там, одно яблочко выпадает. Бывает, что 2, и иногда даже и 3 выпадает. А если вот так, у нас уже почти что... Ну, 1,5 стака дерева, а мы выбили только одно яблоко. Ладно, так, идем мы домой, ребят, чтобы не затягивать. Так, это, ну, в принципе, это под землей. Тут мы рыться не будем. О,
О! О! Ты, в принципе, у нас уже есть, ну как бы не шайни. Ух ты. 19 уровень. Кем бы тебе бы тебя ударить? Вот что мне интересно. Шайни, ребят. Я даже не знаю, ребята. Если его растут, но он. У нас 6 мастерболов. И один обычный. Если он сейчас не словится, что делать? Используем мастербол. Ладно. Ну, не словился, не словился. Итак, ребята, у нас 6 мастерболов. Как мы сначала их начали выбивать, до сих пор мы выбили 6 мастерболов. И, в принципе, Диглет, Дуктрио, вот вас тут куча, только вас. В принципе, мы выбили 6 мастерболов, еще даже никого не словили с их помощью. Потому что просто легенды, как бы, мы еще не находили, да? Так, это сюда. Это что мы выбили? Ну, хотя, в принципе. Что я хотел? Что я хотел взять? 26. Давайте возьмем полстака вот так. Отлично. Нет, еще нет, еще нет, еще нет, еще нет. Возьмем мы кожу 6 штук и возьмем мы немного шерсти. Нет, две шерсти нам нужно. То, что нам нужно больше кожи. Там же нужно вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 кожи у нас уйдет только, ну как бы, на 6 рамок, а нам нужно 12 рамок. То есть нам еще нужно милтанков поискать. Так, вот тут сейчас нам нужно, как у нас тут, 1, 2. Так, давайте сразу же сделаем, как у нас там. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Вот 8 сундуков капут. Сейчас нам нужно 4 вот этих. 4 и 4. Отлично. Сейчас, да, в принципе, давайте вот так заберемся. Так, сейчас нам нужно 1, 2, 3. Ай, дайте пройти. 1, 2, 3, 4. Оу, это что еще ты залагал где-то? Что-то. В чем-то. Не знаю, в чем. Так. И вот тут сундучки нам нужны. Вот. Я надеюсь, да, в принципе, да, вот так. Что за хрень? А, вот. Кто-то пропал. Отлично. Сейчас нам нужно еще 1, 2, 3, 4, опять 4. То есть сейчас. Сейчас. 1, 2, 3, 4. Вот так. Капут. Железо уходит как-то очень уж быстро. А твою ж мать, одного железа не хватает. Ты что, прикалываешься, что ли? Сейчас за одним железом бежать домой. Так, 1, 2. Да, за одним железом, ребята, бежать домой. Милтанк. Ух, лучше бы не писал, у вас так тут куча, ну, в принципе, ладно. В принципе, их куча, да, но мы их не видим, потому что они под нами, вот тут. Нам нужно 6. Ну чё, милтанки, давайте по-быстрому, дайте мне 6 кожи. Чё, только одну. Нам нужно в общей сумме 12 кожи. У нас уже есть сколько там? У нас есть 10. То есть нам еще 10 нужно. Ну, какие 10? Еще 2 кожи нужно. Давай, давай, давай. С одного милтанка 2 кожи выпадешь, нет? Нет?
Ладно. А, охренеть, вообще ни одна не выпала. А, вот вы прям охрененно так. Ну чё, кто кого? Я ставлю на Джи... Ну понятно, за то, что ты его убил, зараза. Убила? Точнее, да. И вот тут, ладно. Пропал так пропал. Ты... Отлично. Так, еще и пару, ни хрена себе, еще и пару уровней там нам дало. Так, в принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим. В следующей серии мы уже достроим там половильню. Ну как достроим? Сундуки поставим, вот это все. Хотя нет, давайте вот сейчас уже это сделаем. Как бы хотя бы вот это поставим. Так, давайте еще полстака возьмем. Потом, ребята, говорю, нам нужно... В следующей серии, наверное, мы все-таки пойдем в ад или хотя бы сделаем портал в ад и еще дилтанков опять поубиваем немного. Потом сделаем себе нормально так ультраболов. Потому что вот сейчас были бы ультраболы, мы бы, ребята, словили Бальфа с помощью ультраболов, а не с помощью... А не с помощью мастера было, но все же. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Нам 4 нужно. Отлично. Сейчас сюда. Все, отлично. Еще рамки нам нужны, но на рамки еще две кожи нужны. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.